Привет, капитаны! Мы в одномоторнике, как и вся страна, празднуем два праздника зимой, поздней зимой и ранней весной. Первый – это 23 февраля, а у нас он еще осложнен выставкой «Охота и рыболовство на Руси». И 8 марта, когда проходит здесь, в Крокусе, выставка «Moscow Boat Show». Очень ожидаемое, очень массовое, масштабное событие по меркам нашей страны. И вот сегодня я начну серию репортажей с этого мероприятия. Выставка еще не открылась, экспоненты еще только устраиваются в зале. Посмотрим, как это происходит, покажу вам. И будем все ждать 7 марта, 10 утра, когда выставка откроется. Итак, друзья, вы посмотрели, как
готовится выставка, как собираются стенды, как устанавливаются экспонаты. Это все очень интересно, несомненно. Но самое интересное начнется послезавтра. И только на канале Кормщик ТВ вы первыми увидите все экспонаты этой выставки, все новинки, все открытия, если таковым суждено быть. Подписывайтесь, смотрите. Сегодняшнее видео – это только начало. Завтра вторая часть, ну а послезавтра начнется и сама выставка.